Надеваем повязку, играем на равных. Депутаты окружного собрания встретились с представителями общества слепых в неформальной обстановке. За партией в шашки говорили о делах насущных. За дружескими поединками наблюдал Иван Бурых. Передвигаешь шашку и задаешь вопрос. С каждым ходом беседа все увлечение. Впрочем, о спортивной составляющей никто не забывает. Все-таки на кону титул лучшего игрока и сладкий приз. Формат игры в шашки депутаты объяснили просто. В округе ведь год физической культуры и спорта. Мы вот в рамках реализации этого года проводим определенную работу по популяризации развития физкультуры и спорта в округе. Я лично в шашки давно уже не играл, хотя это очень интересная, увлекательная игра. И поэтому сейчас уже по ходу игры будем вспоминать. Чтобы все было честно, участники провели жеребьевку, определив, кто с кем играет. Депутаты признаются, играть в повязках непросто, непроизвольно хочется их снять. В этом и особенность, отмечает Борис Бажуков. Понять и прочувствовать эмоции и состояние незрячих людей. Цель встречи, естественно, что они поймут, что именно как вот люди с этими незрячие, именно думают только головой. Такие встречи стараются проводить как можно чаще, пояснил вице-спикер Анатолий Мяндин. В том году депутаты выезжали в Фаруту. В Харей-Вер играли в волейбол с местными командами. Подобный матч парламентарии планируют провести на следующей неделе со студентами аграрно-экономического техникума. Иван Бурых, Вадим Носкин, телеканал «Север».